Hi everybody! Happy Tuesday! Let's continue to study English. Now we are going to talk about common phrases. Common phrases — это обычные фразы, которые мы используем в повседневной жизни. Ребята, когда вы начинали изучать английский язык, вы накапливали словарный запас, но знание только слов недостаточно для того, чтобы перейти к развернутой речи. Мы говорим фразами, поэтому, изучая английский язык, лучше сразу перейти к изучению фраз. Первая фраза, которую вы произносите при встрече с человеком – «How are you?» «Fine, thanks». Как можно заменить эту фразу? «How are you doing?» «I'm pretty good». Но дела не всегда могут идти хорошо, да? Поэтому вы можете сказать «Not so great». «Не так хорошо». «Could be better». «Могло быть и лучше». Если выражение «How are you doing?» мы поменяем первое слово на «What?», у нас получится выражение «What are you doing?» – «Что ты делаешь сейчас?» Ребята, находясь на карантине, вы много времени проводите с родителями. Спрашивайте почаще у них, чем они занимаются. «What are you doing, mom?» – «Что ты делаешь, мама?» «What are you doing, dad?» – «Что ты делаешь, папа?» Аделия, what are you doing? I'm doing my homework. Well done. Laura, what are you doing? I'm jumping. Zirea, what are you doing? I'm running. That's all for today. Take care and be healthy. Bye.